клана Карина. Сегодня хочу рассказать об игре Kabuki Quantum Fighter, разработанной компанией Human Entertainment, эксклюзивно для игровой приставки NES и выпущенная 21 декабря 1990 года компанией Pet in Video для японского рынка и в январе 1991 года и 20 февраля 1992 компанией Hell Laboratory для североамериканского и европейского рынков соответственно. Для других игровых систем не переиздавалась, продолжений не имеет. Год 2056 или 2015 в японской версии. Неизвестный вирус проник в основной защитный компьютер планеты, что грозит катастрофическими последствиями, потому что ядерное оружие Земли также управляется с этого компьютера. Последней надеждой человечества остается только что построенная и даже не протестированная машина, способная преобразовывать волны человеческого мозга в компьютерный код, что позволяет человеку проникать и путешествовать внутри компьютерной цепи. Для опасной миссии выбран специально подготовленный человек, развитый духовно и физически, и прекрасно разбирающийся в компьютерах. На его плечи ложится задача по спасению своей страны, своей планеты, своего народа. Имя этого человека в англоязычной версии 25-летний Скотт О'Коннор, в японской версии 15-летний Бобби Яно. Kabuki Quantum Fighter представляет собой типичный для третьего поколения двухмерный платформер с уклоном в экшен, с боковым скроллингом в стиле Robocop, Castlevania и Ninja Gaiden. Управление ведется от лица Скотта О'Коннора или Бобби Яно, специально подготовленного бойца с длинными красного цвета волосами, одетого в белое кимоно. Основное оружие главного героя – его длинные волосы. Именно волосами он бьет своих многочисленных оппонентов – роботов, механических зверей и насекомых, и прочих врагов. Кроме того, с прохождением каждого уровня Скотт или Бобби получает новое дополнительное оружие дальнего действия – сгустки пламени, динамит и тому подобное. В отличие от ударов волосами, запас дополнительного оружия ограничен. Так как действие Quantum Fighter происходит внутри компьютерных программ, игровые локации оформлены в соответствующем духе, с множеством механических и электронных деталей. Всего игра состоит из 6 этапов, некоторые из которых подразделены на 2 секции. В конце каждого этапа игроку предстоит встреча с боссом, особенно сильным противником. После выхода Kabuki Quantum Fighter в 1990 году она получала почти со всех рецензий достаточно высокие оценки, в то время как современные отзывы более критичны по отношению к игре. Информационная база компьютерных игр для различных платформ AllGame оценила игру в 4 звездочки из 5. А средняя оценка рецензентов интернет-портала GameFAQs составляет 6,9 из 10.